В Ямбурге прошли соревнования по дартсу за счет женской спартакиады управления по эксплуатации вахтовых поселков. Участвовали 4 команды, по 3 человека в каждой. Игроков выставили 2-я, 3-я, 4-я службы эксплуатации, плюс сборная из разных подразделений ОВП. Неоспоримый факт. В меткости глаза и твердости руки девушки Ямбурга не уступают мужчинам. Спортсменки показали ровную игру, за которой, впрочем, скрывались эмоции и желание победить. В итоге бронзовыми призерами стали игроки из 3-й службы эксплуатации. Серебро досталось службе эксплуатации номер 4. Больше всех очков набрала сборная. Она же и стала победителем турнира. В упорнейшей борьбе мы сегодня заняли 1-е место. Мы были настойчивы, упорны, шли к победе и выиграли. Завершит спартакиаду турнир по волейболу, а за соревнованиями по дартсу наблюдал корреспондент Юрий Грига.